как научиться говорить «нет». То, насколько легко и кому мы можем отказывать, показывает наши границы. Неспособность защитить свою территорию проявляется повсеместно. На работе, с друзьями, с детьми, со спутником жизни. Как же отказывать? Первое. Измените свои установки. С «я» последняя буква алфавита, думая о других, на «я» достаточно хорош и имею право быть счастливым. Дайте себе возможность проявиться. Думайте о себе, а не только о других. Второе. Учитывайте свое мнение. Прежде чем спросить другого, спросите себя, а что я хочу, что я думаю. Увидите, как проще будет опираться на себя. Третье. Пофантазируйте свои самые страшные страхи. А что будет, если вы откажете? А было ли такое? Попробуйте свои фантазии со своими близкими. Чаще страхи остаются страхами, и люди не обижаются и не отворачиваются, если им отказывают. Четвертое. Осознайте, что изменится, если вы откажете. Что вы приобретете, если скажете «нет». Такое осознание очень мотивирует делать так, как хочется. Пятое. Возьмите себе в привычку не спешить. Дайте себе время подумать. Отказывайте мягко и аргументированно. Когда попробуйте, вас ждет приятный сюрприз. Небо не рухнет на землю, трагедии не будет, а плюсы вполне могут быть.